Привет, ребята, опята, меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня у меня для вас есть несколько новостей. Во-первых, я купила новое освещение, которое могу менять. Обалдеть просто, вы посмотрите, какая прелесть, это было первое. Второе, то, что я теперь подсела на вот такие вот чудесные шапочки. Напишите мне в комментариях, бывает ли у вас такое, что вы какую-то вещь начинаете носить, и потом носите, и это становится фишкой. Сейчас объясню. Потому что раньше я носила подтяжки, потом я носила галстук бабочки, затем я начала носить значки, затем банданы, и вот сейчас вот такие шапки, как вроде бы называется, такие кепка без козырька. Короче, напишите, есть ли у вас такие вещи. Ну вот я буду сейчас в таком новом образе, в таком новом стиле. И третье. Новость, то, что мы сегодня с вами будем разбирать песню тиктокерши. Хотя сама веду тикток, если что, подписывайтесь. Почему-то у многих ощущение, если вы тиктокер, то все, на вас можно поставить крест. Но в свое оправдание скажу, что вы эту песню много раз просили и писали мне в комментариях разобрать. Именно эта песня Кары Кросс под названием «Поколение». В общем, сегодня я вам покажу, как играть ее в нескольких вариантах. Как всегда, для тех людей, которые только-только начинают или уже продвинулись в плане укулеле. Ну и последний момент, если я уж начала разбирать песни тиктокеров, скажу одно. Даня Милохин, ты следующий. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. Рады гамбаны, не залечат раны мои. Я хотела счастья, но его, увы, не купить. Рады гамбаны, не залечат раны мои. Я хотела счастья, но его, увы, не купить, не купить. Даже солнце светило ярче, и люди любили как-то иначе. А мы без денег были богаты, часов не замечали, плевали на даты. Сейчас все поменялось, в жизни большие планы, но мы на бренды счастья променяли. А раньше улыбались, ловили моменты. Теперь вся моя жизнь инстаграм и лента. Снова я еду домой под коржа, только он знает, о чем болит душа. Рады габаны, не залечат раны мои. Я хотела счастья, но его, увы, не купить. И все вместе. Рады габаны, не залечат раны мои. Я хотела счастья, но его, увы, не купить, не купить. Вот как-то так примерно у тебя будет выглядеть. Ну, так же душевно, естественно. Поэтому ты же учишься вместе со мной. Ну, а сейчас погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Как всегда, сейчас мы начнем, конечно же, с аккордов. Я вам покажу два варианта, оригинальный и неоригинальный, которые можно сыграть с каподастром. Начнем с первого варианта, оригинальных. Первый аккорд, аккорд у нас ЕМ. Мы зажимаем первую струну на втором ладу, далее вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. То есть вот такая вот лесенка. Но могу заранее забежать, там будут у нас аккордики с барре, и кому будет неудобно зажимать так вот ЕМ, можно сыграть его через вот такой. То есть вот вы указательный ставите на полное барре. Ну, об этом чуть позже. Следующий аккорд, аккорд у нас фа диез. Мы зажимаем с вами барре на первом ладу. У кого боязнь вот этого барре, то ничего сложного на самом деле здесь нет. Обязательно посмотрите у меня видос на канале. Там я все показываю пошагово, как его играть. Вот, а кто уже умеет его играть барре, пожалуйста, используйте. Вот, например, в данной песне. Сейчас вам покажу, как ее сыграть вообще полностью на барре. Мы же с вами роцкеры. Ребятки, ну надо учиться играть. Зажимаем с вами барре на первом ладу. Далее мы зажимаем с вами вторую струну на втором ладу. И четвертую струну на третьем ладу. То есть, как бы, смотрите, вот это было аккорд фа. Просто мы поставили барре, сдвинули это немножко на лад, и получился фа диез. Дальше у нас с вами идет аккорд БМ. Мы зажимаем барре на втором ладу. И зажимаем четвертую струну на четвертом ладу. Последний аккорд, аккорд А. Тут опять его можно зажимать по-разному. Рассмотрим базовую форму, где мы зажимаем третью струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. Вот можете зажать такой аккорд А, или же зажать барре на четвертом ладу и использовать форму аккорда от Ф. То есть вот мы строим Ф просто на четвертом ладу с барре. Мне кажется, слишком сложно я вам что-то объяснила. Давайте покажу, как у вас может быть вот эта связка аккордов. Первый вариант вот так вот. Или же. Ну, мне кажется, второй вариант будет покошерней. Пробуйте, что вам будет удобнее играть. И это такой был вариант оригинальный для ребяток,
который любит сложности. Кто не любит сложности и только-только недавно взял укулеле в руки, вариант попроще. Где вы будете играть с каподастром на втором ладу? Про каподастр чуть позже объясню. Первый аккорд, аккорд у нас ДМ. Зажимаем с вами вторую струну на первом ладу. И четвертую, третью струну зажимаем на втором ладу. Дальше у нас идет аккорд Е7. Зажимаем четвертую струну на первом ладу. А третью, первую струну на втором. Ой, собаки лают, караван идет. Что это такое? Следующий аккорд, аккорд АМ. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. И последний аккорд, аккорд G. Зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Все вместе это будет так. ДМ, Е7, АМ и G. Можете умудриться так петь, то есть прадыгамбаны не залечить рани мои. Можно так, почему бы и нет. Кто хочет быть приближен к оригиналу, ставите каподастр на второй лад. Ой, так скрипит уж какой. На второй лад. И вот от этого каподастра считайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. То есть у нас каподастр как нулевой лад, и от него мы считаем. И получится следующее. ДМ, Е7, АМ и G. То есть вариантов множество, как вы можете спеть. Повторюсь еще раз. Давайте подытожим, что у нас на данный момент имеется. Можем сыграть вот так вот. Или же. Или вот так. Или с каподастром. Кому высоковато будет на втором ладу, может попробовать на первом или вообще играть без каподастра. Если что, недавно на Алике сидела и нашла подобный каподастр, поэтому ссылочку вам оставлю. У кого не до сих пор, приобретите, 100 рублей стоит. Это самое лучшее вложение ever у вас будут, поверьте мне. И поэтому этот аккорд мы ставим следующим образом. Пепа, что у тебя там такое? Это же мой интерактивный сборник по укулеле для начинающих и продолжающих, где написана вся нужная тебе информация без лишней воды и в виде картинок. Ну а если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Вся подробная информация по содержанию и как его приобрести по ссылке в описании. Разбор на укулеле. С аккордами более-менее понятно. Далее давайте разбирать саму песню. Песня начинается у нас со вступления, которое перерастет у нас в припев. В вступлении будем играть один удар вниз на каждый аккорд. Прям давайте покажу сразу. Прадыгабаны не залечат раны мои. Я хотела счастья, но его, увы, не купить. Поздравляю, у вас уже сделано вступление. Дальше слова остаются те же, но мы с вами добавляем бой. И это уже будет у нас с вами припев. Бой можно использовать любой, который вы умеете играть. Та же самая шестерка, да, наша любимая. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Давайте еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И этот бой мы с вами будем играть два раза на один аккорд. Можете взять чуть-чуть попроще вариант бой пятерка, где мы играем вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх. И этот бой мы с вами будем играть два раза на один аккорд. Получается. Прадыгабаны не залечат раны мои. Я хотела счастья, но его, увы, не купить. Прадыгабаны не залечат раны мои. Я хотела счастья, но его, увы, не купить. Или же можете под шестерочку. Прадыгабаны не залечат раны мои. Я хотела счастья, но его, увы, не купить. Прадыгабаны не залечат раны мои. Я хотела счастья, но его, увы, не купить. Какая красота, аж не могу. Так, ну это у нас с вами было вступление и припевчик. Дальше у нас идет с вами куплет. Куплет вообще очень все просто. На первые 5 строчек мы будем играть тупо один удар вниз на один аккорд. Получается так. Раньше даже солнце светило ярче, и люди любили как-то иначе. А мы без денег были богаты, часов не замечали, плевали на даты. Это были первые 5 строк. Дальше у нас с вами идет бой.
Бой, опять же, можете выбрать любой, пятерка, шестерка, восьмерка, например, можете умудриться сыграть. Это будет вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. То есть, по сути, у вас есть целых три боя, которые вы можете использовать в этой песне. Вот, серьезно, зависит от ваших просто умений. Что удобно вам играть, играйте. Ну, давайте покажу один из вариантов на остальные четыре строчки. Сейчас все поменялось, в жизни большие планы, но мы на брата счастье поменяли. А раньше улыбались, ловили моменты, теперь вся моя жизнь инстаграм и лента, и идет там переход. Так, давайте-ка сейчас вот первый куплет от начала до конца соберем. А раньше даже солнце светило ярче, и люди любили как-то иначе. А мы без денег были богаты, часов не замечали и плевали на даты. Сейчас все поменялось, в жизни большие планы, но мы на бренды счастье променяли. А раньше улыбались, ловили моменты, теперь вся моя жизнь инстаграм и лента. И так далее. Надеюсь, пока более-менее улавливаете. Understand? Разбор на укулеле. Дальше у нас с вами идет переход, который вы можете играть любым боем, который умеете играть. Напоминаю, пятерка, шестерка или восьмерка. Давайте покажу, как это будет выглядеть. Снова я еду домой под коржа, только он знает, о чем болит душа. Болит моя душа. Вот да, она болит моя душа. Аккордик G сыграть, один удар вниз, будет вообще прям the best of the best. Круто звучит, отвечаю, проверено. Дальше у нас с вами идет припев, который мы сразу играем тем боем, который вы выбрали, да? Ну, я возьму пятерку, например. И продай габаны, не зарычит рану маки. Я хотела счастья, но его, увы, не купить. Продай габаны, не зарычит рану маки. Хотела счастья, но его, увы, не купить, не купить. Ля-ля-ля-ля-ля, фа-фа-фа. Дальше у нас аналогичным образом играется второй куплет и переход, как мы играли первый куплет и переход, то есть все то же самое, копипаст, короче, сделали. Напоминаю, в куплете как мы играем? Первую часть, один раз удар вниз на один аккорд, дальше на вторую часть куплета добавляем тот бой, который вы выбрали. Ну и этот же бой мы дублируем на переход. Прям давайте сходу с лёда вам покажу, и вы все поймете. Ребятки, вы у меня умные. Вспомни, как стояли на перекрестке, надеясь, что дела наладятся после. А вспомни, как друг друга мы отпускали, надеясь, что счастлив, я тебе прощаю. Мы разучились любить просто так. Куда исчезла наша простота из тех времен, когда без монет и авто могли всю жизнь напролет не думать о завтра. Снова я еду домой под коржа, только он знает, о чем болит душа. Болит моя душа. И там продай габаны, не залечит раны мои. Я хотела счастья, но его, увы, не купить. Радые габаны, не залечит раны мои. Я хотела счастья, но его, увы, не купить. Ну и под конец, чтобы красиво как-то это все завершить, можете сыграть просто эту связку аккордов, которую выбрали, с нужным боем, который вы также выбрали, и все, у вас у-ля-ля будет красота готова. Если у вас возникли какие-то вопросики, обязательно перемотайте момент, у вас там все подписано, написано, ну или пишите в комментариях, я попытаюсь на все это ответить. Если тебе понравился этот разбор, обязательно поставь лайк, напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Может быть, в следующий раз мы будем учить именно твою хотелку. Также напоминаю, что ты можешь показать мне все свои укулеле старания, достаточно просто выучить любую песню и мелодию с моих разборов. Выложь к себе в инстаграм и отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения. Ну а если ты хочешь поддержать все мои труды и старания, в финансовом плане, то можешь приобрести сборничек или мерч, или просто задонать любую сумму на Донаталерс или на Бусти, вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это, взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, и помните, Даня Милохин, ты следующий. Снова я еду. И снова я еду.
А если тебе нравится мой бим, а можно, пожалуйста, вот этим не заниматься, когда я записываю разбор?